эмоции, и мы целый день будем контролировать твое настроение. Офигеть, Хлоя, я разбила будильник, ура! Вау, он такой красивый и прозрачный. Она что, в воздух влюбилась? Доброе утро, мам. Доброе утро. Не говори с ней, она не в себе. Да, полностью согласен. Стой, не порть ей утро. Оно и так испорчено разбитым будильником. А какие эмоции, кроме зла, она должна сейчас испытывать? Радость, конечно, это же ее любимый завтрак. Нет, грусть. Цвет тарелки такой же, как и разбитый будильник. Она должна злиться на свою вредную сестру. Я просто влюблена в эту лапшу. Каждый волосок ее пропитан этим потрясающим сыром. А какой запах? Влюбленность! Бррр. Ой, что произошло? А, ну, короче, да, мам, яичница. Ой, эта лапша очень вкусная, мне понравилась. Спасибо, и пойду собираться в школу. А это значит что? Что я очень вкусно готовлю. В психушку ей пора. Вот что это значит. Это что за выходки с вашей стороны? Это я виновата. Нет, это я виновата. Я должна была следить за тобой. Нет, это моя вина. Да-да, это все они. Вы издеваетесь? Все, дайте мне хотя бы спокойно собраться. И так из-за вас голодная пойду. Голодная? Я голодная. Это так грустно. Класс, хорошая работа. Теперь у нас девчонка, которая ноет из-за того, что не поела. Хуже быть не могло. В этом мире все очень печально. Пора бы мне внести свои изменения. Я же иду на рисование. А я обожаю рисовать. Это будет самый лучший день в моей жизни. Что же мне надеть? Вот, то, что надо. Мой любимый костюм. Фу, ненавижу розовый. Я хочу его испортить. Ненавижу этот костюм, он просто ужасен. Самый нелепый костюм, который у меня когда-либо был. Лети нафиг. Ой, бррр. Ой, я немного перестарался. Очень даже много. Да отстань ты уже. Сейчас ты у меня получишь. Здравствуйте, извините за опоздание. Это что у тебя за наряд? На помойке подобрала, да? Скайлер, у тебя сегодня важный экзамен, и ты позволяешь себе опаздывать? Я бы дала ей погрустить из-за того, что на нее орет злой учитель. А я позлился как следует на ту противную девчонку. Но она просила не позорить ее перед учителем. И что ты предлагаешь? Я предлагаю сделать правильный выбор. Этот день очень важен для нее и решит ее судьбу. Самое время позли... Ладно, какие у тебя варианты? Ну, я даже не знаю. Учитель, вы такой красивый. Слушайте, а вы свободны сегодня вечером? Может, сходим погулять? Влюбленность!